Приветствую вас, Алиса. Давайте разберем ваш вопрос. В целом, мне кажется, что в ваших отношениях нет главного, на мой взгляд, что необходимо для того, чтобы устраивать любые отношения, это чувствование себя, да, то есть вот, ну, осознавание себя, и нет фигуры партнера, как мне кажется. То есть у вас здесь по факту есть некоторые претензии, которые вы предъявляете мужчине, да, есть некая потребность в нем. Вот, но не чувствуется желание что-то для человека делать. Вот, по крайней мере, то есть, конечно, так делать вы, безусловно, хотите. Вот. Я не сомневаюсь в этом, что так вы хотите делать что-то для человека, но на мой взгляд есть разница, когда вы хотите для человека делать что-то просто так, да, и когда вы или он, делая что-то для вас, ожидает чего-то в ответ. Вот. Не знаю, заметили ли вы или нет, но ваше сообщение, оно получилось таким несколько сумбурным. То есть вот такое чувство, да, что эмоции бурлят и бьют через край, а вы не очень понимаете, что вам с этим делать. Не очень вы понимаете, как вам с этим справляться и что вообще предпринять, да? То есть, ну, условно говоря, как обратиться с этими чувствами. Итак, давайте сначала. Жили с парнем в его городе, по его инициативе я уехал обратно к себе домой в Москву. Так он сказал, что надо соскучиться друг по другу. Здесь очень, я бы сказал, необычная ситуация, а точнее, неоднозначная ситуация, потому что дело в том, что можно, вне всякого сомнения, поскучать, вот. То есть я не вижу в этом ничего плохого. Но то, что парень как будто бы к этому вас такое ощущение, да, что он вас к этому как будто то ли принуждал, то ли что. Вот. Вы согласились на это, при том, что не совсем понятно, были ли вы согласны с этим, не были ли вы с этим согласны, то есть, ну, хотели вы этого или не хотели вы этого, да, как бы. То есть это, на мой взгляд, здесь как будто бы не учитывается вам.
Вот. Хотя я бы сказал, что это важно. Ну, именно вот ваша позиция, именно то, как вы это видите, именно то, как вам это кажется. Вот. А вы такое ощущение, да, что подчинились его инициативе, вот, ну, проигнорировав в какой-то степени свою позицию. Хотя вот она, мне кажется, была, ну, в любом случае какая-то позиция у вас точно была по этому вопросу. Я имею в виду по вопросу, хотите ли вы, там, ну, например, уезжать, да, хотите ли вы, например, там, быть без парня, допустим, и так далее. Дальше. Надо соскучиться друг по другу. Зачем? То есть ощущение, что невозможность выстроить естественные личные границы между вами приводит к тому, чтобы эти личные границы создавались искусственно. Ну, по крайней мере, так это видится мне. Я, конечно, не уверен, но так это мне видится. Так это воспринимается мной. Вот, ну, с такой вот позиции, да, грубо говоря. Повторюсь, я в этом не уверен. Ну, вот, так, то есть для меня, когда люди говорят, что хотят соскучиться, это больше про невозможность, ну, отдалиться от человека, про невозможность отграничить себя от него. Вот. Если я не могу это сделать, если я не могу отграничить себя от тебя, то мне нужно как-то искусственно, ну, как-то искусственно себя отдалить. Вот. То есть проблематика, она здесь, как мне кажется, такая проблематика, как мне кажется, в этом. Вот. Хотя, понятное дело, что я могу ошибаться. Дальше. Так, в отношениях 10 месяцев он начал включать сын ревности, как-то проявлял себя, ругались. Я вроде отдохнул от этих скандалов и не обращал внимания на него и на его предъявы. Алиса, ну, вы пишете, что он начал устраивать сын ревности. Важно поподробнее, наверное, узнать, что вы имеете в виду, говоря, что он устраивал сцену ревности, это первое. Второе, как вы на это реагировали, вот. И третье, это, ну, как вы это воспринимаете, ну, вообще, что есть такая история, вот, что есть такая тема, вот, что он вам устраивал сцену ревности, да, как бы. Вот. Может быть, вас как-то задевало то, что он это делает, ну, в смысле устраивает сцену ревности. Может быть, что-то еще, может быть, было. Вот. То есть я имею в виду, может быть, вам как-то это было, как-то еще бы реагировали, короче, на это. Понимаете, да? Дальше вы пишете, что ругались, и опять же не совсем понятно, да,
кто с кем ругался, ну то есть если ругались вы, то каков ваш вклад в конфликт, в ссору? Я надеюсь, вы понимаете, что это важно, важно понять, что вы вкладывали в ссору. Вот, потому что, ну, ссора там, по сути, без участия двух людей невозможно, как вы понимаете, я надеюсь. Вот. Как правило, ссоры происходят из-за того, что люди боятся, испытывают определенные страхи, определенную тревогу. Вот, и это может, ну, провоцировать конфликт, поэтому если вы что-то такое чувствовали, если вы что-то такое ощущали, то очень важно вам для себя это понимать, очень важно вам для себя в этом давать отсчет, потому что в противном случае вы рискуете ну, во многих отношениях себя вот так проявлять, таким образом, довольно негативным. Дальше. Я вроде отдохнул от этих скандалов, не обращал внимания на них и на его предъявы. То есть, по сути, ничего не решали, просто отдохнули в ну, таком неком отстранении, да, получается. Вот. Мне не кажется, что это, ну, такая конструктивная позиция, честно говоря. Вот. Больше мне кажется, что это позиция самообмана. То есть, когда ничего особенно не решается, когда ничего особенно не... ну, никакое решение особо не принимается, вот, в конфликте, а сам конфликт, получается, просто, ну, приравнивается, там, не знаю, к стихийному бедствию, да, вот, и все, ну, мне кажется, эта позиция немножко... Это позиция сбегания, мне так кажется, по крайней мере, вот, поэтому я надеюсь на то, что вы обратите на это свое внимание, вот, потому что ну, момент это достаточно важный, как мне кажется. Дальше, я не обращала внимания. Что это значит, что вы не обращали внимания на вот то, как это можно было бы прокомментировать? То есть вы не обращали внимания, вам стало все равно. Вот, вы стали, ну, по своим ощущениям вы стали, не знаю, там, сильнее по своим ощущениям. Вы стали, вас перестали это трогать, вот, то есть, ну, как бы, вот, что произошло, вот, вы же как-то стали вот, ну, равнодушны к этому, я так понял. Вот. Мне кажется, что это
на ровном месте произошло. Вот, мне кажется, это не на пустом месте случилось. Поэтому так важно, наверное, преследовать этот момент. Так важно, наверное, разобрать его. Как это у вас получается, как это у вас работает. Вот. Потому что вполне возможно, что вы этого сами не понимаете еще. Вот. Но психолог как раз он вот для того, чтобы вам помочь. Чтобы вам помочь в этом разобраться. Дальше. Так, значит, позже я стал скучать. Он приехал по работе в Москву. Ну, а что здесь можно выразить? Что здесь можно сказать точнее, да? Значит, человек приезжает в Москву, а вы стали скучать. Ну, вот как-то здесь тоже чувствуется некоторая неосознанность с вашей стороны, потому что сначала вы скандалите, непонятно из-за чего, ну в данном случае непонятно из-за чего. Потом вам становится все равно, вы отдыхаете, но конфликт не решается. Вот. Потом вы начинаете скучать. То есть как бы в данном случае чувство хорошее, что вы скучаете. То есть это я не хочу сказать, что это плохо, что вы не должны скучать, но с вами что-то происходит. С вами что-то что-то меняется. Вот, а вы как будто не понимаете, ну, что происходит. Вот. То есть например, свою помощь вам, ну, вижу именно в том, чтобы помочь разобраться вот в том, что происходит с вами. Вот. А не в том, допустим, ну, чтобы вы научились, к примеру, как-то себя вести. Ну, допустим. И то же самое скука, вот то же самое примерно со скукой, вот, если, допустим, вы чувствуете, что скучаете по человеку, да, то было бы здорово, на мой взгляд, если бы вы сформулировали бы, или постарались бы осознать, когда вы скучаете по человеку, в чем вы нуждаетесь в нем, ну вы же в нем нуждаетесь, вам чего-то не хватает, что вам хочется, чего хочется вам. И говорите ли вы об этом, ну о том, я имею в виду, чего вам хочется. Это важно, потому что, первое, вы замечаете то, что происходит с вами, а второе, вы вносите это в взаимодействие человеком, тем самым мы
показывая, демонстрируя, ну, если угодно, то какая вы, да? Ну, то есть вот, какой вы, там, условно говоря, не знаю, хотите быть, да, можете быть и так далее. То есть это вот такой аспект достаточно важный. Если есть сложности у вас с этим, ну, например, вы не привыкли к такому, например. Например, вы, не знаю, стыдитесь себя, например, да? Вот, вы стыдитесь своей реакции, боитесь своих реакций, не привыкли их выражать. Вот. То это один, ну, один момент. И вас можно научить, ну, принимать себя, принимать свои особенности, свои, принимать чувства, вот, принимать себя в определенной степени слабый. Дальше, так, про работу в Москву мы виделись на грани, прежде оказалась на грани, когда я спокойно спросила, почему я не могла подъехать к работе поближе, видимо, потому что бы никто не видел нас. Ну, честно говоря, странный момент, в том плане, что это ваши догадки у мужчины. Как мне кажется, могло, скорее всего, есть свое видение ситуации, почему вы, как получается, точнее, что вы не доверяете ему, и получается, не уверены в себе, самой, да? Вам, ну, вам пришла в голову такая мысль, да, что, ну, условно говоря, что вас, ну, могут скрывать. Как мне кажется, эта мысль, ну, появилась не на пустом месте, как мне кажется. То есть, мне кажется, что вот вы на это, ну, внимание не обращаете, на то, что такая мысль вам пришла в голову, а это важно было бы заметить, что вам, там, условно говоря, самой, да, вам самой, кажется, что человек вас скрывает. И вы не говорите о том, что, вот, знаешь, мне кажется, что ты меня стыдишь, например. С этого вы не говорите, а с этого вы сами агрессируете, вот, сами выражаете нападение, по сути. Вот, ну а... на нападение всегда защита реагируют люди, это... ну...
кажется, это нормально, вот, что, ну, что могут так реагировать. Вот. Поэтому мне кажется, что вам здесь, ну, имеет смысл поискать как это сказать, другие способы выражения своих эмоций, другие немножко способы выражения своих чувств, вот, того, что вам, ну, вам ценно, важно, вот, для того, что вы чувствуете, учиться выражать это не через агрессию, не через нападение, но, а там, через к примеру, констатацию ваших ощущений, ну, ваших ощущений, ваших чувств, то есть, как я сейчас чувствую, да, и тем самым демонстрируя человеку такую вот открытую позицию, не направленную на подавление его или себя, потому что, ну, себя вы тоже подавляете, когда действуете так, потому что ваши эмоции, ну, ваши чувства, они оказываются не совсем такими, какие они есть. И выход, который они находят, они получают огонь. Вот. Поэтому здесь вы, конечно, говорите про свой, ну, про свои страхи. Вот. Вы говорите здесь про свои переживания, конечно же, вот, вопрос только в том, с чем они связаны. Ну, вообще, вот, просто, с чем они связаны, да, если не привязывать их к человеку, а сделать, например, их, там, не знаю, только вашим, например, вот, чтобы они были, ну, вот, прям, только ваши, чтобы они касались, там, только вас, условно говоря. Вот. Мне кажется, это было бы очень полезно. Дальше. Так, секундочку. Сейчас. Так. Он психанул и добавил в меня все, что ушел. Вот это защитная реакция. Вот недолго думая, побежал за ним и остановил. Но уже было написано в сообщении и действиях. Для чего вы останавливали его? Я как-то вот не понял, зачем. Вы говорите, что недолго думая, вы его побежали останавливать. А для чего, зачем? Вы в это что-то, ну, вкладывали в то, что
его останавливать, или что вы ему что-то говорили, что, ну, что как-то бы демонстрировал, опять же, ну, вашу позицию, да? То есть, я вот, честно говоря, не очень понимаю этот момент. То есть я понимаю, чего, что происходит, но чего вы хотите здесь? То есть если вы хотите, там, условно говоря, остановить, если вы его остановили, то, наверное, какую-то, ну, какую-то энергетическую нагрузку в этом вы видите. Вот. А по моим ощущениям, такая нагрузка у вас отсутствует. Или она не цепляет человека. Ну, то есть она не дает ничего человеку. Вот. Она никак обратную связь не формирует у человека. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Кроме того, это выглядит, ну, как, знаете, это выглядит как немножко противоречивая позиция на вашей. Вот. Сперва претензия, потом остановила. То есть такое ощущение, что вы свою позицию не держите в конфликте. Вот. Уже было все напряжено в общении действиях. Ну, это связано с недоверием. Вот, в первую очередь, недоверие себе. Сейчас по общению человек холоден, но утверждения стали чужими, отвечает как-то хотел. Ну, понятно, что здесь содержится элемент переноса ответственности, вот, это безусловно, но вот это вот то, что называется ну, отчужденность, да, скажем так, отчужденность, то, что можно назвать отчужденностью, это про непонимание. То есть нет понимания, нет контакта. Люди друг друга не слышат, условно говоря. Вот. Ну, вы не слышите человека, вот, в силу ряда причин. Человек не слышит вас в силу ряда причин. Вот. Может быть, он вас вообще никогда не слышал. Просто, ну, вам казалось, что он вас слышит, но на самом деле нет. Вот. И это стало как-то вот обостряться, в итоге привело к конфликту. Ну, потому что если вы себя не слышите, вот вы сами, вы оба себя не слышите, вот, то, конечно, тут есть сложности в, ну, построении отношений. Дальше, так. На вопрос, давай закончим отношения или давай начнем по новому, убрав обиды, скандалы, в принципе, человек брать на человек по новому. Мне к вам вопрос. Вот как вы
представляете себе убрать обиды? Как? Знаете, это очень такая позиция, инфантильная позиция, на самом деле. Забыть все. На мой взгляд, по крайней мере. То есть, вы не можете забыть обиду. Вам не нужно забывать обиду. Потому что это опыт, который вы могли бы получить. Это опыт, который вам нужен. Это опыт, который вам необходим. Понимаете, какая штука. А вы, получается, от этого опыта отказываетесь от этого опыта. Вы, на мой взгляд, не растете. Вот. А значит, по факту, ну, пролонгируйте конфликт, потому что конфликты не исчезнут сами по себе, если вы, ну, в кавычках, забудете обо всем. Вот. Так что такой момент здесь. Поэтому забыть конфликт, забыть, ну, обиды, значит, не расти в своем опыте. Так, начать по новой, когда я делюсь человеком переживаниями, что все может погаснуть, он боится, бесится, получает проблем, начинает винить меня, что я дьявол, выбираю счастье, выношу ему мозг, вообще с этим я его отталкиваю от себя очень. Ну, мне думается, что здесь опять же идет какой-то ориентир на него, да, вот, тогда как нужно ориентироваться больше вам на себя, желательно ориентироваться, вот, ну, мне так, по крайней мере, кажется. Вот, а здесь ориентируясь на человека, вы, конечно, становитесь от него зависимы от его реакции, становитесь зависимы от его, ну, от его настроения и так далее. Вот. При том, что человек чувствует, ну, совершенно очевидно, да, что человек чувствует, что вы в нем нуждаетесь. Вот. И как бы это влияет. Ну, не может не влиять, конечно. Дальше идем. Значит, вы говорите, что все может погаснуть, вы переживаете. Хорошее переживание, в том смысле, что, ну, как бы здорово, что вы об этом говорите. Вот. Великолепно, чтобы об этом говорить.
Но мне кажется, есть проблема. Есть проблема. Она заключается в том, что в этом переживании нет вас. То есть все может погаснуть. Вот когда вы говорите, что все может погаснуть, вы, как мне кажется, все равно не включаетесь в этот, ну, в это переживание. Потому что вы не говорите про себя, вы говорите про что-то неопределенное, вы говорите больше. И как бы полноценного контакта не получается из-за этого, в том числе. Ну, в том числе, да, в том числе, не получается, из-за этого. Дальше. При этом остается хладнокровен ко всему, когда ему что-то нужно, становится нежным. Ну, непонятно, что имеется в виду, говоря про хладнокровие. Вероятно, это его задевает. То есть человек не хладнокровен к тому, что его надевает. И это важно. То есть как вы думаете, люди реагируют одинаково? Или как? То есть, ну, как вам это кажется? Как вы реагируете на разные вещи? Мне кажется, что вы тоже по-разному реагируете. Это нормально. Как вы это считаете? Дальше. Когда ему что-то нужно, да, ну, это вас использовать. Так, сегодня написала доброе, рано утром получила такой же ответ, написала. На этом все, ушла в игнор. Ну, это претензия. Алис, это звучит как претензия, то, что вы написали. Ну, я имею в виду. На этом все. То есть, это позиция такая, что, ну, вы чего-то хотели бы, да, вы чего-то хотели бы. Но вы это не включаете в, ну, в диалог, опять же, с человеком, да? То есть вы это как будто бы, ну, не позволяете этому быть в диалоге с вами, между вами. Точнее, вот так я бы сказал. Так, и при этом вам чего-то хочется, вот, явно больше, вот, вам явно больше хочется, но при этом вы не позволяете себе об этом говорить, то есть вы, ну, пишите
условно доброе утро человеку, но при этом хотите вы там, ну, совсем другого, ну, образно говоря. И это вероятное место, где вы себя обманываете, как я думаю, ну, как я думаю, как мне кажется. Вот. Это место, где вы с собой нечестны. Вот. К сожалению. Вам бы прочувствовать, что здесь есть, и выразить это, а не там. Вот, ушла в игнор, потребовал человек, начал заваливать смс, что это значит, стал звонить, сказал два друга, начал задавать тот же вопрос, и все было с наездом и со злом. Так а вы сами с наездом как бы спросили человека, вот, то есть, разве нет? Вот. Но вообще это похоже на манипуляцию, вот, если честно. Вот. Это, ну, довольно сильно похоже на манипуляцию. На манипуляции с вашей, ну, с вашей стороны. Вот. Я не обязательно хочу сказать, что это прям плохо, да, но как бы таким образом вы просто ну, не построите здоровых отношений. Понимаете? Просто хочу, чтобы это знала. Дальше. Так, значит, потом написал на мой ответ еще одно смс, не понимаю, что мне нужен. Так, как он может понять, если вы не говорите про себя. Гневный смс, где он написал, что когда человек нужен, он не выносит мозг, надоел, мое такое поведение, типа я, типа чтобы наш мозг еще раз такой был, он меня заблокирует. Как вести себя в такой ситуации? Разбираться в себе, Алиса, вам нужно прийти в некую такую, ну, мне кажется, согласие со своими чувствами. Как вы воспринимаете его реакцию разговора? В первую очередь не его воспринимать реакции и разговоры. А вам себя нужно научиться воспринимать. Мне кажется, что вы не можете воспринимать, у вас не получается воспринимать себя в первую очередь, а не его. Вот, и вот ваша такая ориентированность, да, ваша ориентированность на другого человека, вот, на мой взгляд, явно там мог подтвердить день, вот. Понимаете, да? Поэтому, прежде чем говорить о нем, ну, о другом, о ком-то другом, вот, нужно сначала поговорить о себе, вот, и сначала нужно, ну, поисследовать, да, понять себя.
А дальше уже будет видно более-менее. А вот вы пишете, что, значит, не пишу, плохо для него, забыл с другим. Это что, ну, что значит забыл с другим? То есть, понимаете, да, вновь проявляется такое вот, ну, манипулятивное поведение с вашей стороны, то есть неискреннее. Вот, потому что, ну, нельзя забыть кого-то с другим, да. То есть это просто отвлечение, ну, как правило, манипуляция, месть, но не забывание. Вот. Понимаете, да? Вот. Поэтому, на мой взгляд, как мне кажется, вам имеет смысл лучше разбираться в себе, а не пытаться там как-то вот, ну, не знаю, угадать, как себя нужно вести с человеком. Потому что, ну, прогадает, потому что человек, он разный. Сегодня он один, завтра он другой. И вы тоже то же самое. Вы сегодня одна, завтра другая. Вот. Это нормально. Понимаете? Такой вот ответ. Ну, в целом, конечно, я бы сказал, что у вас есть тревожность, страхи, вот, это, конечно, чувствуется, неуверенность в себе присутствует вне всякого сомнения, да, тоже чувствуется, ну, ощущается достаточно сильно. Вот. С этими моментами можно и нужно работать, как мне кажется. Ну, на этом все. В принципе, то, что хотел я сказать, я сказал. То, что хотел ответить, вам ответил. Вот. Ну, больше пока что с учетом той информации, которую вы предоставили, сказать нечего. Но я бы сделал предположение о том, что вам нужна помощь. Вот, я бы сделал предположение о том, что вам нужна терапия. Вот. Так немножко походить. Вот. Походить. Поисследовать, поизучать себя. Там дальше уже видно будет. Удачи вам. Всего самого доброго.